художник создает картины. Одним глазком его работу подсмотреть и научиться мне б хотя бы наполовину так сильно мысли выражать хотеть. Понимать свою природу, откуда чувство происходит сильный взрыв. Суметь на пять минут поймать свободу, остатки вечной правды возродив. После мне не важно, я знаю лишь, в такой момент живет во мне великий человек отважный, который в путь меня настойчиво зовет. Не просто понимать свою природу, откуда чувства происходит сильный взрыв. Суметь на пять минут поймать свободу, остатки вечной правды свободу, остатки вечной правды.